Карагандинская команда «Биосфера» стала новым чемпионом республики по мини-футболу среди любительских команд. Накануне в столице прошла финальная игра. Побороться за престижный трофей приехали 32 команды из 11 городов Казахстана. За захватывающей игрой следили сотни зрителей. В финальной игре со счетом 2-1 карагандинцы выхватили победу у кызылординского «Зенита». Он на втором месте. Замкнула тройку лидеров еще одна команда из Караганды «Арселор-Миттал» и столичный «Бірлік». Команда-победитель будет представлять Казахстан в 2019 году на международной арене. Чемпионат республики, она дает определенные преференции. Победитель турнира, чемпион республики среди любителей, поедет на чемпионат Европы. Призеры поедут на Кубок чемпионов. И практически вот наша связь и взаимоотношения европейские международные организации федерации, она позволяет нашим командам участвовать в европейских турнирах и межконтинентальных турнирах. Также завершилась Лига любителей по мини-футболу города Астаны. Игры проходили на протяжении трех месяцев по пяти категориям. В этом году в столичной любительской лиге впервые приняла участие команда нашего агентства. Команда «Хабар» завоевала третье место в Лиге С и получила право выступать в играх категории «Б». Мы должны были выступить сначала с Лиги «Д», но нам доверили и сказали, что, учитывая наши прошлые победы в Бах-лиге, Лигу «С». И с Лиги «С» мы начали, 18 команд участвовало, все компании, национальные, коммерческие компании, среди них мы единственные журналисты, представляющие агентство «Хабар».